Добрий день. Сідайте. Поїдемо. А я з банка чекав, вона каже, я тобі не обіцяв. Сідайте. Добрий день. На 9:30. Коти, коти. Ви знаєте, яке обстеження у нас коти? Все. Ми все зробили, приїхали домой. Все отлично, ждемо результату. Да. Ну, добре. Дай все. Бог, чтобы... Спасибо, Костик. Я не знаю, як благодарити. Та нічого, все нормально. Виздоравлюєте. Поправиться. Хто к нам приїхав? Що за птичка? Дедушка. Он говорит, ты похож на комара. Точно, на комара похож. У тебя такая большая нос, как у комара, дедушка. Давай, давай, на супергерой один. А ну ты. Я похож на комара. Ну, если боком. Повернись боком. Конечно, с таким носом. Ну, на птичку больше. Ты больше на птичку. О, дедушка на комара был. Дай твой нос. Дай твой нос. Давай потом до ботами. Привет. А какая нога? Да, вот так и правильно. Где крылья? Правильно? Да. А где крылья? А я не знаю. Там, наверное, в поле. А ты что, летал? Ты там снимала где-то. Не, да? Она мне делала, мы выходили просто. О, супергерой. Видишь, она светится, Алис? Да. А как? А нажимается кнопочка вот здесь. Давай, остановись. Вот котенком, супергерой. Каким котенком? Вот таким вот. Большим. А, с настоящим. О! А запусти, подожди, так, так. Где? Да, запускай. Где та кнопка, мам? Сейчас запущу. Только не шевелись. Только сфоткать. Все, не шевелитесь. Давай. Ну все, сфоткала. Комары супергерой. Комары супергерой. Мойте руки. Руки мойте. Я мою. Да, хорошо, сварим. И себе, вот, ну, куда? Арбуз надо нарезать. Они красивые. Хорошо. Какая милота тут под столом. Два рыжика на рыжей подстилке. Слушай, Симба, ты настолько больше Тима в два раза. Да, Симба, ты крупный. Да? Вкусные дедушка привез. Да я знаю, что невкусные. Буду сахар слизать. Я когда-то их... Не, Алис, весь кусай вместе. Не, ты можешь слезать, не ложи его обратно. Давай мне. Ты можешь слезать сахар, конечно, но назад потом не ложи, съедай. Смотри, дедушка, я сначала подумала, мне папа два таких пряника принес, подумала... Шоколадных? Я сказала маме, мама, скажи, что это мне за старые котлеты, папа принес? Она подумала, это испорченные котлеты. А потом поняла, что пряники, когда мама сказала, что это мне. Ну, да. Я сначала подумала, что это испорченные котлеты. Что тут написано, Алиса, читаешь? Не, она такое еще не прочитает. Пряники. Смотри. Не, ну пряники прочитает, а вот смотри, дальше... Смотри, как я два чая буду пить. Шоколадно-молочное. А что ты не ешь? Потому что не хочется. Ну ладно, потом съешь. Да, неожиданно ты приехал. Слышу, Алиса кричит, дедушка! А я наверху была, там разбирала игрушки. Я же Костя сказал, что я уже сегодня приеду. Он мне ничего не сказал. Нет? Я не знала. Скрытный такой. Мне сюрприз получился. Да не, он просто ездил там, дедушку одного отвозил на обследование. Потом с моим ноутбуком. Я на ноутбук воду вылила, он перестал работать. Я вчера говорю, у меня с работой там уже все уже нормально. Я говорю, уже отработал. То говорю, завтра буду точно уже. Угу. Я думал, он тебе сказал, он еще не сказал. Ты уже в отпуске?
Так какой отпуск? Я ее, в принципе, перенес на март. А, ну, уже сутки, 3 дня я свободен. Понятно. Ну, 2 остается. Ну, у меня тут рака, вот. Маленькая. А ничего страшного, поцарапал кто-то. Сутки трое. Понятно. Не ходит. Она ходит по... Так, дедушка обучает. Теперь ты пешками ходи. Играть детей в шахматы. Пешкой ходи любой. А к нам приехала Настюша. Я похожу. Не, а ты, она закрыта у тебя. Тебе надо открыть пешкой, чтобы она вышла. Привет. Ты за Катей? Опять новый лук с сумочкой. Ну что, вправо на машине уже точно не поеду. То и мне треба было закрыть душевную рану чимось. А ты это купила, что ли? Штани. А я думала, штани. Они у тебя были. Штанти, нет. Я же не в курсе. Это шортики, типа, они разом с ними. Ну, прикольные. Они так чуть-чуть, как юбка сделаны. Ну, интересный да. Какой-то. Прикольный. Пошив необычный. Я таки не бачила ни у кого. Да, необычно. Но ты решила, что не поедешь, да? Ну, я, може, и поеду, якщо буду себе добре почувати, бо зараз болить тут постійно. Але не машиною. Просто поїду потягом на 2 дні буквально. Понятно. Ну, я не рассказывала про твои проблемы. Ну, у нас есть что-то с животом. У нее что-то болит все время живот. И мы сколько ни ходим по хирургам, никто ничего не может найти. Вот, поэтому в понедельник пойдет еще на обследование. Непонятно что. В общем, это не связано никак ни с диетами, потому что все анализы крови у нее прекрасные. Она и поправилась. Да, она и поправилась на пару килограмм. И анализы крови после Италии у нее прекрасные. Ну, то есть ничего такого, как раньше было, когда она плохо ела, нету. Вот, поэтому вообще непонятно, что у нее с животом происходит. Вот такое. И не беременна, как придумывают. Мне пишут, Лена, а правда? Лена, а правда, что Настя беременна, или это хейтеры? Не, так просто мы что-то сказали, что у тебя живот болел, помнишь? И все сразу же начали придумывать. Моя старшая дочь крадет мою среднюю дочку. Как всегда. Как всегда. Так, вы надолго? До завтра. Мадам. Пока. Пока. Да я ее спрашиваю, она уже побежала. Она скажет, до завтра. Я кажу, вернее, что она до завтра. Пока. Пока. Сегодня погода так себе. Собака, собака. Пумка, куда ты собрался? Ты куда разогнался, а? Он с Джейской гуляй. Ты ж с подружкой. У меня есть новая игрушка. Стреляющий банан. Вот, стреляющий банан. Он стреляет. У него надо нажать стрельбу. У меня зуб один выпал уже. Лисюшке Полина позвонила. Тебе высылала посылку, только я ее не собрала. Я тебя люблю. Пока. Я заберу и отправлю. И еще, наверное, я тебе что-то куплю. Вот так. Угу, да. Люблю.